Дорогие друзья, вот как и обещали, Урал Мороз к нам в студию пришел. Здравствуй. Здравствуй, дорогой Урал Мороз. Здравствуйте, друзья. Как у тебя проходит подготовка к новогодним праздникам? Расскажи, пожалуйста. О, так все уже почти готово. О, елка красавица стоит у меня в тереме, ждет всех гостей. Конфет куча. Ну, добро и волшебство тоже присутствует, все готово. Расскажи, пожалуйста, во что ты будешь играть с детьми, когда они приходят к тебе в гости? Ой, ну, у меня игр большое множество. Но, во-первых, мою любимую игру заморожу. Ну, вы не переживайте, я их потом отмораживаю, конечно. Ты уж сильно-то не морозь, чтобы улицу-то не заморозить, конечно, сейчас погода нет, хорошая. Не буду. Перчаточку иногда теряю. Вот, елочки, пенечки, ребятки очень любят играть. В общем, по классике идет Урал Мороз. Конечно. Детей нужно приучать к классике. Правильно. Ну и расскажи, после новогодних праздников можно будет к тебе зайти? Конечно, можно. Жду вас 8 января в 11 часов на новогоднюю елку в моем тереме. Приглашаю всех желающих. В парке сказов ты живешь? Конечно, по дороге. В парке сказов. А куда же еще? Куда же еще? Домой. Много двойников Урал Мороз у тебя. Вот в эти дни-то 30-31 ходит по Свердловской области. Сейчас мы вместе с Урал Морозом подведем итоги нашей программы. Последняя программа «Утро ТВ» в 2016 году. Завтра выходим в эфир под названием «Уютный Новый год». Работаем не утром, а днем. С 14 до 15 часов будем показывать вас ваши поздравления. А сейчас нужно разыграть призы. Да, говори среди, мне, что среди нужно сообщений. Сделать? Сначала мы разыгрываем билеты на веселый концерт группы «Бобры», который пройдет 5 января в пабе «Бен Холл». Кому мы подарим? Бобру. Допустим, вот смотри, 14 тонн оливье съедают россияне за ночь. Давай 14-е сообщение. Елена нам написала, что она всегда на Новый год стряпает торт «Птичье молоко». Прекрасно. А сейчас у нее будет традиция ходить на концерт группы «Бобры». Да, Елена отправляется 5 Можно января. Можно попросить Урал Мороза персональное пожелание для Елены, нашей зрительницы? Что пожелаешь, Урал Мороз? Ой, Леночка, ну и желаю, конечно же, крепкого здоровья, семейного благополучия, повеселиться на концерте «Бобров», ну и не забывать верить в чудеса, конечно. Так, дальше разыгрываем что? Еще мы разыгрываем пригласительное в кинотеатр «Титаник Синема». У нас есть приглашение от Данилы Козловского для жителей Свердловской области и Екатеринбурга. Давайте мы сейчас на Данилу Козловского посмотрим. Давайте. У нас есть небольшое видео. Друзья, с наступающим! Крепчайшего здоровья, радости, любви, веры в себя, в свои силы. Давайте отпразднуем этот Новый год вместе. Екатеринбург, я жду тебя с 29 декабря. Обещаю, будет круто. Че стоим? Идем? Викинг. Время пришло. Ой, какой фильм, Вики. Ой, какой Данила Козловский. Какой, да? Данила Козловский красивый. 12 виноградин нужно съесть во время боя курантов, потому что 12 раз они бьют. 12-е сообщение давай искать. Я всегда делаю необычное заливное. Это заливное из мандаринов, написала нам Марина. Ого. Ни разу не ела, но очень интересный рецепт. Интересно. Мы вас поздравляем. Марине краткое пожелание. Урал Мороз. Мариночка, мандаринов побольше давай, на всех, чтоб хватило. Гостей ожидается очень много в новом году. Удачи тебе и всех благ. И у нас еще есть Юрий Куклачев. Лично к нам принес вот эти пригласительные на свой собственный спектакль. Я считаю, что нужно 31-му сообщению это отдать, потому что 31 декабря сам волшебный день года. Ой, тоже сообщение, которое мы не успели прочитать. Давай. Очень много гостей в течение эфира было. Мы готовим всегда на Новый год пельмени, но не уральские и не сибирские, а пельмени из рыбы, написал наш зритель Андрей из Полевского. Давай, Дедушка Мороз, Урал Мороз. Андрюша. Для Андрея. Поздравления. Андрей, ну, я так понял, Андрей у нас главный рыбак, раз пельмени из рыбы. Ну, тогда большого улова тебе. И чтоб по жизни твои сети были полные всегда. Ну, Урал Мороз, и всем нам. За 20 секунд справишься? За 20 секунд, да, конечно, постараюсь. Желаю всем крепкого уральского здоровья, семейного благополучия, веры в чудеса, сказки, волшебство. Ну, а главное, чтобы все ваши желания сбывались. Нужно верить в себя, и все у вас обязательно получится. Спасибо тебе, Урал Мороз. С Новым годом вас, дорогие! С Новым годом! Дорогие друзья,
Последняя программа 2016 года «Утро ТВ» подходит к концу. Это Анна Абсолямова. Это Дмитрий Сергеев. Завтра уютный Новый год. Смотрим в эфире с 14 до 17 часов. Пока-пока. Ну что ж, до встречи в следующем году. Пока. Всем хорошего настроения.